Дорогие друзья. Друзья, продолжаем последний зимний эфир. И уже прям вот на днях, буквально уже на днях, уже наступит весна, прекрасное время года, когда мы будем радоваться этому прекрасному времени года и наслаждаться чаем Tea Garden. Да, мне кажется, ты сейчас в предвкушении беседы интересной. Да. А правильную заметочку сделала. Сегодня мы, кстати, за беседой, друзья, да, теплой будем действительно пить чай Tea Garden, который поднимает настроение, и не только настроение. Друзья, в гостях у нас сегодня Турибаев Серик Курнбасарович, акушер-гинеколог высшей категории клиники СНМ. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Можно я за вами поухаживаю? Конечно. Пожалуйста, вашу кружечку. Немного чая, а лучше много чая. Чая много не бывает. Хорошее доброе утро. Спасибо большое, что этим утром вы нашли время и пришли к нам в нашу студию. Спасибо. Большое вам спасибо, что за чашечкой утреннего чая я нахожусь в вашем. Да. Ну, давайте начнем нашу беседу. Она у нас сегодня будет очень интересная, потому что о здоровье говорить всегда интересно. Это самая актуальная, самая волнующая тема. Друзья, мы каждый раз призываем вас всех следить за своим здоровьем. И если вы сегодня захотите присоединиться к нашей беседе, сделайте это по номеру 222-333. Вот расскажите, пожалуйста, какие услуги предлагает клиника СНМ для женской аудитории нашего города? Да, лечебно-диагностический центр СНМ Клиник уделяет проблемам женского здоровья особое внимание. Мы оказываем диагностические и лечебные услуги. Диагностику, начиная от простого осмотра гинекологического, заканчивая уже более, если есть необходимо, лечебными процедурами, такими как оперативная, консервативная гинекология. Мы проводим все виды диагностических услуг. Кольпоскопический, гистероскопический, гистероскопия, диагностическое, лечебное. А также все виды хирургической помощи гинекологическим больным. Это стандартным, как бы классическим методом доступом и современным малоинвазивным лапароскопическим доступом. А с какими проблемами чаще всего приходит прекрасная половина нашего города? Вот какие проблемы волнуют дам города Актобе? Ну, вообще, в плане охраны репродуктивного здоровья, мы как гинекологи выступаем, проблем очень много у прекрасной половины. В основном это проблемы носят воспалительного характера, проблемы, связанные с различными доброкачественными образованиями, как со стороны матки, так и со стороны яичников. Но основная патология, наверное, чаще, вот я прослеживаю интернет-пространство, различные, смотрю группы, в основном это, наверное, фоновые предраковые состояния шейки матки. Наверное, у всех на устах эрозия, как ее лечить, что делать, как считать, что эрозия – это уже предраковое состояние. На самом деле это не так. Для того, чтобы развилась онкология от банальной эрозии, пройдет немало времени. В среднем, статистически, это 15-20 лет. Единственное, при отсутствии там сопутствующих заболеваний, таких как вирус папилломы человека, который обладает онкогенностью, то есть увеличивает развитие риска рака шейки матки. Но своевременные профилактические медицинские мероприятия, я имею в виду скрининги, профосмотры, позволяют снизить риск особенности грозного заболевания, такой как рак шейки матки. Поэтому обращаюсь я к прекрасной половине нашей планеты. Уделяйте и находите раз один день раз в году, чтобы пройти обследование у врача-специалиста. Достаточно одного раза в год? Ну, не скажу, что достаточно. Все зависит от наличия того или иного заболевания и сопутствующей патологии. В стране, у нас в Казахстане, ежегодно проводится скрининговое обследование. Скрининговое обследование вы можете пройти у себя по месту жительства в поликлинике. Это проводится на бесплатной основе. Ну, начиная уже с 30 лет. Во-первых, бесплатно. Бесплатно, да? Да. Женщины, девушки, мамы, бабушки, ну, возьмите все в свои руки. Хотя бы один раз в год, ну, два раза в год, да? Ваше здоровье, да, в ваших руках. Да, я еще говорю, что государство выделяет очень большие деньги. Вот на этот год, на 2019 год, выделено более 4 миллиардов тенге именно на проведение скринингов.
Это прекрасно. На самом деле, да, поступают звонки, я знаю по себе, да, и просят прийти в поликлинику, сдать определенные какие-то анализы, пройти проверку. Оговаривают о том, что это действительно абсолютно бесплатно, все для вашего здоровья. И я бы сказала, даже обязуют это сделать, да, но не все такие ответственные. А вообще, женщины часто предупреждают какие-то болезни, да? Ну, есть больше тех, кто приходит на осмотры регулярно и или переживает. Уже по факту проблемы возникли. Да, да, я вас понял, да. Если так смотреть из своей практики, ну, наверное, процентов 10-20, которые озабочены своим здоровьем, ежегодно проходят профилактический осмотр. Основная масса населения наше приходит поскольку-постольку в случае возникновения каких-то симптомов заболевания. Ну, это страшно. Это очень плохо. Это действительно, да. Вот если сейчас возникли вопросы, да, дорогие друзья, вы сможете к нам дозвониться по номеру 222-333. Вот расскажите, в каком кабинете вы клиники Синдром вы принимаете? Да? В какое время? В какие дни? Я принимаю в будничные дни с 9 утра до 17:00. В субботу я принимаю с 9 до 13:00. То есть в любое время? В любое время можно записаться. Телефоны у нас есть, единая телефонная линия, колл-центр 415151. Можно спокойно записаться в удобное для вас время. Также у нас есть интернет-страничка Сеянова клиника в Тюбе. Есть страничка в Инстаграме. И у меня есть личная своя рабочая страница Серикбек Турибаев, где я освещаю проблемы женского здоровья. Прекрасно. Кого интересует, могут подписаться. Прекрасно, дорогие друзья, девушки, да, ну, я думаю... Я думаю, что уже начали искать сейчас в поисковике. Давайте еще раз, ваша личная страница. Моя личная страница Серикбек Турибаев. Серикбек Турибаев. Девушки, подписывайтесь и следите за своим здоровьем, ведь именно вы продолжаете наш род. Мужчины беспокоятся, волнуются. Мне кажется, очень актуальная тема в канун 8 марта, правда, женское здоровье. Женщины, они ведь всегда должны быть красивыми, правильно, должны следить за собой, следить за своими домашними, да, за детьми, за мужем и успевать при этом уделять себе внимание. Вот, например, один осмотр, да, визит к врачу, сколько времени занимает? В среднем? Ну, в среднем в частной клинике, если в государственных все строго регламентировано определенными временными моментами, где-то уделяется в среднем 10-15 минут, мы уделяем несколько больше. Потому что, как говорится из практики и правила, беседа с пациентом занимает больший процент времени, чем само проведение обследования. Потому что из анамнеза мы выясняем клинику, симптоматику и ставим предварительный диагноз. А уже уточняющая диагностика позволяет поставить нам окончательный диагноз и выработать тот тактику лечения или просто наблюдение. В каждом конкретном случае идет индивидуальный подход. То есть в среднем прием в нашей клинике занимает полчаса, где-то до часа. Расскажите, пожалуйста, вот об оснащении вашей клиники и современным оборудованием, и о специалистах вашего профиля. Ну, наша клиника довольно современная, хоть и молодая, на рынке медицинских услуг довольно, ну, короткое время находится, 8 лет, но имеются все виды диагностической аппаратуры. Вот, я уже ранее говорил, у нас есть кольпоскоп, есть радиоволновой электрохирургический инструмент, аргоноплазменный коагулятор, лазер у нас есть. Для проведения хирургической, гинекологической помощи у нас есть прекрасная лапароскопическая стойка фирмы Karl Storz. Есть диагностический гистероскоп, операционный гистероскоп. То есть мы проводим и оказываем все виды гинекологической хирургической помощи. А вот что касается скрининговых обследований, да, могут женщины пройти по прописке бесплатно, например? Именно по прописке в поликлинике по месту жительства скрининговые обследования проходятся бесплатно. В нашей клинике можно тоже пройти, но это будет уже на платной основе. Угу. Но это прекрасно на самом деле, да. Ну, женщины дорогие, милые, красивые, наши потрясающие. Давайте не будем забывать о том, что о себе нужно помнить не только в канун 8 марта, когда получаете цветы в подарок от мужчины, 24 часа в сутки, ежедневно. Вот посетите врача, убедитесь в том, что все хорошо с вашим здоровьем, да. А если есть какие-то намеки на то, что созревают проблемы, нужно непременно обратиться. Да? Вот что касается УЗИ, например, его нужно делать как часто?
Ну, смотрите, на современном этапе у нас сейчас УЗИ стал как бы основным методом диагностики, да? Все начинают идти к УЗИсту, минуя врача-специалиста. Uh-huh. На самом деле УЗИ является вспомогательным, дополнительным методом диагностики, он не основной. Но он помогает где-то нам правильно поставить диагноз, определить те или иные моменты в тактике диагностики дальнейшего лечения. Uh-huh. Ультразвуковое исследование нашей клиники, мы проводим все виды ультразвуковой диагностики доступными методами. Еще бы хотел сказать, что наша клиника проводит диагностику бесплодия. Угу. Соответственно, могут, у кого есть проблемы, обратиться к нам. И хотел бы сказать, что наша клиника, в частности, мы врачи-гинекологи, проводим различного рода акции. То есть в канун хочу немножко перелить и раскрыться. Да, это здорово, я в предвкушении. 8 марта, с понедельника, вторник и среду, то есть 4, 5, 6 числа мы приглашаем к нам в клинику. Будет акция, 50% скидка на услуги консультации врача-гинеколога, в частности, это мои услуги. Поэтому прошу пожаловать к нам. Проведем Прекрасно. Диагностику, проконсультируем, назначим соответствующее лечение. Друзья, все контакты большое. Вы сейчас видите на своих экранах, записывайте номера телефонов, подписывайтесь на страничку клиники СИНМ и обязательно принимайте участие в такой замечательной акции. Друзья, 4, 5, 6 марта в клинике СИНМ на обследование, да, на консультацию врачей действует скидка минус 50%. Но это ли невозможность наконец-то освободить себя отдел от рутины этой бытовой и отправиться в больницу, проверить свое здоровье. Ведь здоровье – это самое главное, самое важное, зачем мы должны следить. Мы вам сегодня этим утром говорим спасибо большое. Делайте женщин нашего города более здоровыми, счастливыми. Все в ваших надежных руках, в руках профессионалов. Сегодня с нами спасибо. Клиника СИНМ. Да, и врач-акушер-гинеколог высшей категории Турибаев Серик Урынбасарович. Спасибо большое, хорошего дня и отличного настроения. Надеюсь, наши встречи будут продолжены в будущем. Да, обязательно. Мы работаем со специалистами. Точнее так, дорогие друзья, мы не делаем рекламу, мы рекомендуем лучших. Вернемся в эту студию.